У этой птицы еще более странная тактика ловли рыбы, чем у дельфинов. В отличие от китовых млекопитающих, у зеленой кваквы мозги птичьи. Но это не мешает ей обучаться странным трюкам. Короткие ноги не позволяют передвигаться на глубоководье. А рыба, на которую она охотится, может и не выйти на мелководье. Оказывается, маленькая кваква учится рыбачить у детей. Она смотрит, как утки сжирают хлеб. Но в этом пруду хлеб нравится не одним уткам. На еду сплываются рыбы. Кваква отважилась стянуть у уток кусочек хлеба. Но не для того, чтобы есть. Она использует его в качестве приманки. Бросает и ждет. Это требует сноровки. Слишком близко, и рыба не клюнет. Слишком далеко, и она уйдет. Чтобы приманить рыбу, зеленая кваква использует различные приманки. Веточки, перья, листья, даже корм для собак. Но, возможно, это единственное создание, которое ворует приманку прямо из-под клюва утки. Еще одна попытка, и она получает призовую добычу. Это очень странный, но успешный рыболов.